Надеюсь, на медленной песне тот, кто танцует. Песня, она не совсем наша. Я ее стала исполнять после участия в телевизионном проекте «Три аккорда». И на самом деле ее поет моя любимая певица, Ольга Успенская, написал ее мой друг и сосед Игорь Азаров. И вот в честь дань вернее уважения я бы хотела песню-то вспомнить. Я надеюсь, что вы потанцуете хотя бы немножко.